В эти дни театральное пространство города выдает на гора новый сценический материал. Ветераны и труженики тыла вновь погружаются в тяжелые 40-е. Новое поколение открывает для себя совершенно незнакомую страницу в истории. О войне можно узнать по книгам и фильмам. У каждого поколения свое видение материала и бессмертной темы. Больше всего мне запомнился современный фильм «Мы из будущего», где играют достаточно молодые актеры. Это такой фильм, в котором, можно сказать, показано большинство моментов из войны. Он реалистичный достаточно. Он достаточно динамичный. Это более интересно смотреть, как бы разница в наше время и время тогдашнего. То есть вот эта динамика, она как-то влияет очень сильно. Новая постановка театра «Созвездие Юлдызлык» – это «Девушки. Война» по пьесе современного автора Тараса Дрозда, написанной в 1985 году. Показывает, в общем-то, не героическую историю четырех радисток-шифровальщиц. Люда, Наташа, Валентина и Тося попадают в сложный психологический четырехугольник и познают такие понятия, как совесть, честь, долг и предательство. Находясь в замкнутом пространстве, четыре девушки словно сдают экзамен на такое состояние, как нравственность. Главный атрибут – это, естественно, форма. Форма должна быть, соответственно, тому времени. Соблюдены все каноны. Раньше же погоны были здесь, и в одно время погоны перешли сюда. Вот. Соблюдены все вещи, которые носили в то время. Сейчас форма же другая, совершенно другая. А люди в ней все такие правильные, да? Все такие хорошие, да? Спектакль, показанный на сцене «Дом актера», это небольшое решение проблем с театральным помещением. То, что у театра нет крыши над головой, известно всем. Дом на Гладилова, 49, опечатан и недоступен для проведения в нем культурно-массовых мероприятий. Однако актеры не унывают и готовы работать в любых условиях на любых площадках. Слава Богу, вот нам дали единственный день, это было вчера, 5 числа, нам дали смонтировать здесь всю декорацию, установить свет и сделать один прогон. Это был единственный прогон, который мы могли сделать в полной декорации, со светом, вот, перед премьерой. Что случилось? Что? Крыса! Хуже! Там какая-то девочка и две вороны! Сегодня артисты театра «Созвездие Юлдызлык» живут и существуют на то, что заработают. По сути, зарплата одного актера позволяет и заплатить за аренду помещений, в котором играет, и сделать декорации. Мы словно в прифронтовых условиях живем, усмехаются участники коллектива и продолжают творить в ожидании стабильного будущего. Для начала хотя бы театрального. Дмитрий Пивоваров, Роман Фенин, телеканал «Эфир».